а здесь прикольно. Можно я первая? Так интересно, что же мне достанется? Ого, внутри лапша? Это круто! Сейчас же попробую. Ох, как аппетитно! О, да, и невероятно вкусно! Это было волшебно! Ну и чего вы на меня так смотрите? Эмма, давай, ты следующая! Окей, сейчас посмотрим! Что, острый соус табаско? Ну вот, а я так хотела вкусняшку! Как же остро! У меня все горит! Большое спасибо, вы мне помогли! Ну что, Крис, давай ты! Так, ого! Какой красивый шар! Интересно, а что он умеет делать? Вокруг все замерзло! Нет, я больше не буду его трогать! Ой, это мне спасибо! Он такой красивый! О, нет, что происходит? Ай, я случайно его разбила! Как же холодно! Какой кошмар, девчонки замерзли! Видимо, есть только один выход. Выпью побольше острого табаско и растоплю моих подружек. О, а вот и огонь подступает! Крис, ты как? Ой, как потеплело! А теперь Энни! Ой, большое спасибо! А теперь помогите мне! Один момент, выжму свои мокрые волосы и потушу тебя! Да, сработало! Фух, что бы мы друг без друга делали? Теперь я открою сейф первое. Надеюсь, на этот раз повезет. Да как же так? Лук? Гадость. Ничего не поделаешь, придется есть. Фу-фу-фу, ужасный вкус. И хочется плакать. Ладно, надо поскорее покончить с этим и забыть, как страшный сон. Ой, простите, девчонки, но Лук очень хотел с вами поздороваться. Ну, знаешь, посиди, пожалуйста, вот так. А я посмотрю, что досталось мне. Смайлик выглядит многообещающе. Вау, это же торт! Какой он красивый и аппетитный! Отрежу-ка себе кусочек, да побольше. Вот это красота! Просто волшебно! Такой нежный и сладенький! Видимо, делиться она с нами не будет. Ладно, посмотрим, что досталось мне. Какая-то странная бутылка. Интересно, что это за красивый золотой порошок? Ой, как в глазах плывет! Это еще что такое было? Сонный порошок? Крис, Крис, просыпайся! Ну давай же, вставай! Вообще ни в какую! О, идея! Мое зловонное дыхание должно сработать! Где я? Что за вонь? Всегда пожалуйста! А давай-ка усыпим Энни этим порошком! Давай, насыпь его на эту розу, она точно захочет ее понюхать! Энни, это тебе от нас! Мне? Ну, спасибо, девочки, очень мило! Очень хочется спать! Да, наш план сработал! Ты поднимайся, а тортик мы заберем! Приятного аппетита, Крис! Девочки, а можно я первая? Давай! Окей! Интересно, интересно, что же там? Ничего себе, это что-то странное! Напоминает какой-то котелок! Ладно, разберемся позже! Эмма, смотри, что у тебя! Вау, у меня огромный киндер! Как же круто! Выглядит обалденно! А на вкус невероятно! Но с вами я делиться не буду! Ого, внутри даже игрушка есть! Интересно, какая? Мишка, скукота! Энни, забирай! Кидаться было не обязательно! Мишка, посиди здесь! Ничего себе! Плюшевый мишка стал мармеладным! Вот это да! Девочки, вы поняли? Мой котелок делает мармеладную еду! Очень круто! Крис, осталась только ты! Посмотрим! Что? Сыр с плесенью! Я его ненавижу! Этот запах просто отвратительный! И на вкус он тоже гадкий! Нет, я не могу! О, ну конечно! Энни, одолжи мне свой котелок! Большое спасибо! Ну-ка, кладем вонючий сыр, а достаем кусочек вкуснейшего торта!
О, да, вот это мне нравится! Просто невозможно оторваться! Эй, не снимайте меня, ну зачем? Тогда вот тебе, Эмма! Ты что сделала? Мой телефон стал шоколадным, а на нем был легендарный ролик на многомиллионные просмотры. Это обидно, но зато вкусно! Да, очень вкусно! Ну что, кто открывает? Не подсматривай, Крис, лучше открой свой сейф! Окей, посмотрим. Иу, лимоны, гадость. А может, я не буду? Будешь. Ох, меня все передергивает от одной мысли. Какая же это невероятная кислятина! Нечего смеяться над моими мучениями. Эмма, лучше посмотри, что досталось тебе. Так, ого! У меня просто обалденный молочный коктейль. Даже не смотрите, это все только мне. Вкуснятина. Ну, все понятно, жадина. Ладно, тогда я открою свой сейф. Ничего себе! Мне достались какие-то старинные часы. А если нажать сюда? Окей. Ничего себе! Девочки застыли! Неужели я остановила время? Что ж, тогда это мой шанс отведать вкуснейшего коктейля Эммы. О, да, это и правда невероятно. Вижу, что Крис не ест свои лимоны. Это надо исправить. А Эмме можно сделать офигенный макияж. Уверена, ей пойдет клоунский грим. Получилось супер! Ну что ж, а теперь время можно запускать. Ну, у тебя и лицо. Уж кто бы говорил, ты похожа на клоуна. Что? И правда. Энни, признавайся, это сделала ты? Тебе очень идет, советую прийти так в школу. Вау, девчонки! Я столько мармеладных глаз никогда не видела. Жаль, только Эмме достался всего один. Ну, не расстраивайся, я уверена, он будет самым вкусным. Нечего надо мной смеяться, ботанша. Ох, злюка! Ну, ничего. Я проучу Эмму. У меня есть идея для крутого пранка. Сейчас немного загримируемся. Кетчуп на месте, а теперь приложим мармеладный глаз. Эй, Эмма, у меня проблема! Глаз выпал! Какой кошмар! Это твой глаз! Убери! Убери немедленно! Девочки, я не могу дышать! Помогите! Есть только один проверенный способ, и он сработал! Мои любимые хлопушки! Я готова есть их круглые сутки! Мамочки мои, это что, глаз? Да уж, девчонки, это было весело, но больше так не пранкуйте. Эмма, скорее же ешь свой мармеладный глаз. О, да, он просто нереально вкусный. Кто там дальше? Лили? Без проблем. У меня их целых 10. Интересно, а сколько сможет поместиться в мой рот? Ой, вы только посмотрите, какая у меня забавная мордашка. И я съела все 10 за раз. Фиби, теперь ты. Наконец-то, а то меня уже заждались мои 100 мармеладных глаз. Извините, но я все съела. Ой, что это? Откуда у меня появляются дополнительные глаза? На этот раз меньше всего повезло Лили. У нее всего один батончик, но он такой же вкусный, как и у всех остальных. Ничего себе, вот это зверский аппетит! А можно поосторожнее? Не отвлекай меня. О, ко мне пришла идея, как съесть мой Твикс. И для этого мне понадобится бензопила. Мне ее, между прочим, папа на день рождения подарил. Правда крутая? Сейчас распилю свой Твикс на маленькие кусочки, которые я смогу долго-долго есть. Готово. Ой, девчонки, простите. Ну ладно, мне надо скорее есть, пока не растаяло. Как же вкусно! И нечего на меня так смотреть. Давайте ешьте. Да без проблем. Мне досталось 10 твиксов, и это мои самые любимые шоколадки. Упаковку долой, и я готова полакомиться. О да, как же это вкусно! Пальчики оближешь? Погодите, у меня появилась идея. Смотрите, что у меня есть. Молоко. Ой, снова в тебя попали. Так ты голову убирай. Так вот, я хочу растворить батончики в молоке, чтобы получилось молоко со вкусом Твикс. Вот это крутая идея. А то, теперь у меня есть шоколадное молоко и куча батончиков. Это просто идеальный обед. О, да, как же это вкусно.
Так, я в всем. Фиби, ты следующая. Наконец-то! Для начала сдуем всю упаковку. О, ко мне тоже пришла классная идея. Не поиграешь, не поешь. У меня папа строитель, и я вся в него. Я часто видела, как он строит очень высокие здания. И я тоже так хочу. Только мое здание будет сладким. Вы только посмотрите, какое оно высокое получается. Ну, настоящий небоскреб. Но я справлюсь. Еще пару твикс-кирпичиков и готово. Девочки, вы что-то задумали? А Фиби вам разрешала? Фиби, тревога! На твое здание напали обжоры. Ох, вот оно и рухнуло. И я тоже падаю! О, нет, смотрите! Если махать руками, как птичка, то все равно упадешь! Долго еще лететь! Я уже устала! О, вижу землю! Ауч! Лили, Эмма, приветики! Каска меня защитила! Ничего себе, целая стена из Принглс. А вот у Эммы маленькая чипсинка. Грустно, конечно. Эмма, ты должна ее очень красиво съесть. Удели ей побольше внимания и распробуй все нотки вкуса. Чтобы ее съесть, мне понадобится лупа и пинцет. Эта чипсинка выглядит очень аппетитно. Попробуем. Вкуснятина. Фиби, продолжай. Ура! У меня целая упаковка Принглс, которую не так-то просто открыть. Так, мне нужен план. Знаю, эта пила мне точно поможет справиться. Ну вот, я же говорила. Все готовы увидеть экстремальное поедание? Погнали! Сейчас поймаю все чипсинки, ни одну не пропущу. Ам! И последнее. Класс! Ой, я, пожалуй, полежу. Да, с Фиби что-то не то. Ну ладно, я начну. У меня все-таки целых 100 упаковок, но справлюсь я быстро, будьте уверены. Какие же вкусные чипсы! Я не могу остановиться. Минус 2 пачки. Ой! И еще одна. А что, если сразу 2? Восторг! Тут становится опасно сидеть. О, точно! Каска – это прекрасное решение. Голова раскалывается. Да хватит! Эмма, почему Лили швыряется упаковками? Я знаю, как это остановить. Нужно разрушить эту стену. Погнали! О, нет, что происходит? Ауч, как больно! Девочки, я не могу подняться. Меня прибило чипсами. Эй, ты, чипсинка, а ну-ка давай ко мне в рот. Ну вот. Брокколи? Какая гадость. Лили, тебе досталась самая маленькая порция. Повезло. Ну что, начинай. На вкус она ужасная. Погодите, я знаю, что делать. Мне нужно закопать семечку. Ну, точнее, посадить. Возможно, у меня вырастет красивое дерево. Лили, будь аккуратнее, ты же сейчас закопаешь Эмму и Фиби. Ну хорошо, давай посмотрим, что ты там вырастешь. И сколько нужно ждать? Долго? Деревья обычно долго растут. Да, садовод из тебя так себе. Фиби, может, пока мы ждем, ты продолжишь? Если честно, то совсем не хочется. Я ненавижу брокколи. Оно такое вонючее. Кто вообще его ест? Мне как-то не по себе. Надо запить чем-то вкусным. Точно, я же совсем забыла, что землю нужно полить. Вот тогда дерево и вырастет. Вот сейчас получится. Ой, что-то происходит. Девочки, мне страшно. Вау, смотрите, у меня получилось. И теперь тебе надо это съесть. Вот, блин, за что? И зачем только я вырастила такую огромную порцию? Бррр. Нечего смеяться, Эмма, у тебя все равно побольше будет. Ну вот, испортила все настроение. Ой, девочки, смотрите, что там. Это же настоящий единорог. Какой еще единорог? Что? Эмма, ты жулик. И сейчас мы тебя проучим. Давай, кидай. Я все ловлю.
Ну что, девочки, вот я со своей порцией исправилась. Было круто. Эмма, дорогая, ты тут немного обронила, но я собрала. Держи, угощайся. Да, кажется, от судьбы не уйдешь. Ужас! Я решила, что хочу пончики. Эннет готова. Уэнсдей тоже. И бабушка уже приступает. Тесто я уже приготовила. Сейчас выложим его в форму и приготовим вкусные пончики. Закрываем и ждем. Так, а мне нужно приготовить классное тесто для пончиков. Делаем горку из муки, разбиваем яйцо, а теперь замешиваем. Формируем круглый пончик и отправляем в горячее масло. Ждем приготовления. Теперь моя очередь приготовить пончики. Заливаем в аппарат мое черное, как моя душа, тесто. И вот они уже готовы. Осталось придумать ужаснейший дизайн. А мне нужно присыпать мои пончики сахарной пудрой. Так они будут и пышные, и сладкие. Ну что, пора доставать пончики из масла. Поливаю сладкой цветной глазурью и посыпаю цветной посыпкой. Открывайся, жену! Ой! Ой, как неловко получилось! Но на пончики они хорошо раскидались. Готово! Приятного аппетита, малышка! Ого, какая вкуснятина! Хочу скорее попробовать пончики от Wednesday. Объедение! Хочу съесть все-все! А что у нас здесь? Ой, это что сверху посыпали? О, вкусно! Да, мне очень нравится! Идем дальше! Ой, какие классные яркие пончики! Интересно, а как они на вкус? Блаженство! Я решила, что побеждает Wednesday! Поздравляю! Хочу картошку фри! Окей! Окей! Уже приступаю! Бабуля, отдайте мне овощерезку! Ой, ну ладно, бери! У меня еще одна есть! Итак, а, это еще что такое? Сейчас я быстро справлюсь с этой картошкой и приготовлю быстрее и вкуснее всех. Бабуль, помоги, пожалуйста. Ой, тяни, тяни. Фух. О, спасибо, бабуль. Сейчас нарежем картошечку на маленькие кусочки и покрасим в радужный цвет. Красота, пора закидывать в масло. Ого, уже приготовилась? Выложу на тарелку в виде радуги. Ким точно оценит. Я такая молодец. Бабуля, как тебе моя картошка? Превосходно. Моя картошка тоже уже готова. Сейчас попробуем. Ну, или не будем. Пересыпаем в форму и добавляем кетчуп. Вот так. Бабуля тоже уже все приготовила. Большое спасибо. А что там у Wednesday? Почти закончила. Мне нужно переложить картошку на тарелку и покрасить в черный цвет. Ужасная картошка готова. Эннет, Эннет, ну успокойся. Давайте лучше отдадим картошку фри на дегустацию. Ого, как много разной картошки! Радужная выглядит так мило! Сейчас оценим ее на вкус. Ой, ну какая же она забавная! Попробуем! Ну, неплохо, но я ожидала большего. А что там дальше? Эта картошка вроде как обычная. Пробуем! Вау, как вкусно! Ну и, наконец, черная картошка от Wednesday. Ой, какая гадость! Самая вкусная картошка получилась у бабули. Она и побеждает. Бабуль, не спи, я уже закончила рисунок. Я хочу пасту. Приготовите? Да. Ну, конечно. Отправляю спагетти в кастрюлю вариться. А я сделаю свои спагетти сама. Ой, как чихнуть хочется. Пчи! Ой. Все в муке? Простите, я не хотела. Так вот, делаем горку из муки и разбиваем два яйца. Но перед этим можно немного пожонглировать. В общем-то, и одного хватит. Замешиваем тесто. Красота! Теперь раскатываем из него парочку равных кругляшков. А теперь самое интересное – окрашивание.
Далее пропускаем через специальный аппарат каждый кусочек, и моя радужная лапша готова. Отправляем варить. А у меня уже все сварилось. Перекладываем на тарелку. Ой, ничего не вижу. Зрение-то куда пропало так резко? Ох уж эта старость. Это же кетчуп, да? Бабуль, давай я помогу. Держи. Большое спасибо, Энет. О, нет. Кажется, я неправильно держала бутылку. Я вся в кетчупе. О, зато зрение вернулось. Поливаем кетчупом и готово. Браво, бабуль. Венсдей, а ты что приготовила? Мои спагетти тоже сварились. Перекладываем их на тарелку и красим. Вещь, краситель. Спасибо, мой верный слуга. Думаю, одной капельки хватит. Вещь, неси следующий ингредиент. Благодарю. Добавляем пальцы ведьм на тарелку. Наливаем немного кетчупа и посыпаем кунжутом. Ой, как страшно! Моя лапша тоже готова. Я добавлю миленьких осьминожек из сосисок и можно подавать. Приятного аппетита! Мамочки, эти спагетти выглядят очень пугающе. Пальцы? Нет, не хочу. Лучше попробую вот эти. Вот это выглядит аппетитно. Как вкусно! Идем дальше. Ой, радужная паста и милые осьминожки. Круто! Невероятно вкусно! Энет, ты выиграла! Правда? Большое спасибо! Я почти дорисовала. Вот, хочу какао. О, в этом я мастер. Проще простого. Пока вы болтаете, я уже начинаю готовить. Засыпаю в кастрюльку какао и выливаю молоко. Разогреваем, размешиваем и переливаем в кружку, которую подарила мне моя внученька. Готово. Класс. А я хочу сделать какао из шоколада. Он у меня цветной и невероятно вкусный. Отправляем шоколад в кастрюльку и плавим. А еще добавляем сахара, чтобы было сладко-сладко. Ну нет, много сахара – это вредно. Ладно, бабуль, положу чуть-чуть. Вот видишь, совсем капельку. Моя умничка. Уже не смотрит? Засыпаем весь сахар, чтобы Ким оценила. Нет, я отвернулась на секунду. Упс. На чем я там остановилась? Точно! Мне нужно добавить немного молока. Только вот бутылка никак не открывается. Ну же! Ай, ну что ж такое-то? Хорошо, что не все вылилось. Вроде бы должно хватить. Перемешиваем. Какая вкусная глазурь! Украшаем бокал, чтобы Ким точно было вкусно. Переливаем какао, а сверху добавляем взбитые сливки и кучу-кучу конфет. Готово! Ну, как вам мой напиток? Как по мне, обалденный! Спасибо, бабуль! Вы такие милые, что даже противно. Я буду подавать какао в бокале черепи. Бабуля, как вам? Напугал? Значит, бокал отличный. Мне понадобится молоко, какао и немного крови. Ладно, шучу, это просто сироп. Теперь переливаем все в бокал. Да, выглядит жутко красиво. А сверху должна быть шапочка из черного крема и вкусная посыпка. У меня все готово. Батюшки мои! У нас все готово! Какое все интересное! Хочу начать с какао от Венсдей. Оно такое же красное, как и мои волосы. Попробуем. А это точно от бабули. Волшебно! А этот радужный напиток точно от Энет. Класс! Я решила, что побеждает... Сложный выбор. Побеждает Энет!